Здравствуйте, вы смотрите программу «Гость студии». Сегодня для беседы мы пригласили депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александра Стыцко. К сожалению, в прошлой программе мы не успели ответить на все вопросы, и сегодня Александр Николаевич вновь готов ответить на все интересующие вопросы нашей программы. Добрый день. Очень приятно вас вновь видеть в нашей студии. Александр Николаевич, не так давно всю общественность сколыхнула проблема с рецептами. Потерял ли сегодня этот вопрос актуальность? Но я хочу немножко пояснить. Постановление было принято Министерством здравоохранения еще в прошлом году. Оно касалось того, чтобы все рецепты, которые выписывались врачами, они оставались в аптеке. Значит, существует перечень лекарственных средств, утвержденных Министерством здравоохранения, которые могут отпускаться по рецептам, и второй перечень, который отпускается без рецепта врача. Это сделано в первую очередь для того, чтобы люди, население не занималось самолечением. То есть, в принципе, за лечение несет ответственность в первую очередь врач, и те назначения, которые врач дает, они должны беспрекословно выполняться пациентом. Вот. В противном случае, если будет свободный доступ лекарственных средств, пациенты будут сами принимать, послушал друг друга, советов друзей и так далее. Это может только навредить здоровью. Да. Поэтому Министерство здравоохранения, кроме того, что обязала выписывать, естественно, за врачей необходимые лекарственные средства по рецептам. Аптечная сеть должна отпускать только по рецептам те лекарственные средства, которые входят в этот перечень. Вот. И эти рецепты оставлять у себя. Для чего это остается все? То есть, вот единственное было новшество, что эти рецепты должны оставаться в аптечной сети. Для чего? Для того, чтобы потом можно было бы контролировать, проверить, какие рецепты выписываются, правильно ли выписываются рецепты. Может быть, к сожалению, бывают, может, где-то ошибки в дозировке, может, ошибки в названии и так далее. Это только с этой целью контроля. Вот это было первый раз, когда вот общественность заволновалась. И тогда очень много пояснений Министерство здравоохранения давало. Даже министр здравоохранения эту информацию представлял и главе нашего государства. Вот. Последнее же постановление, оно недавно вышло, в конце февраля. Оно касается того, чтобы увеличить, информировать работников здравоохранения о наличии в аптечной сети лекарственных средств отечественного производства. С каждым годом количество препаратов отечественных увеличивается производство. Но не все врачи в общелечебной сети знают о таких препаратах. Поэтому вот это последнее постановление Министерства здравоохранения, оно направлено на то и обязывает представителей фармацевтических предприятий нашей республики, представителей аптечных организаций, чтобы они периодически встречались с врачами организации здравоохранения и доводили информацию о тех новшествах, какие препараты новые выпускаются, о их эффективности и так далее. Вот. Это ни в коем случае не означает того, тоже появились информации в интернетах, что это будет чуть ли не запрет на выписку импортных препаратов, на снижение количества импортных препаратов в аптечной сети. Как раз это не так. Дело в том, что врач, когда он выписывает рецепт, он указывает именно непатентовое международное название лекарственного препарата. А уже пациент, придя в аптечную сеть, в аптечную организацию, он может взять
или же отечественное производство препарат, или если же есть импортное производство, ради бога, он покупает уже патентованное название этого препарата. Ну, соответственно, там разница в цене значительная. Белорусские препараты, они значительно дешевле. Вот, и, но по эффективности я бы не сказал, что они уступали бы импортным препаратам. Дело в том, что все препараты, производимые на наших предприятиях, они соответствуют соответствующей вот именно производственной практике необходимой. То есть все требования, стандартизация, стандарты необходимые по производству, они выполняются на организациями фармацевтическими, которые производят лекарственные средства. Вот, поэтому я бы тоже не делал бы из этого слишком большой проблемы. Вот, а то, что надо пропагандировать наши отечественные лекарственные препараты, ничего плохого я в этом не вижу. Вот, и опять же повторяюсь, что все равно остается право за пациентом, какой лекарственный препарат получить. Но это не касается препаратов, которые входят в основной перечень лекарственных средств, которые отпускаются на льготных условиях или бесплатно. Там же конкретный препарат прописан, и врач не имеет права, и аптечный работник не имеет права отпустить, если это лекарственное средство не входит в вот этот перечень. Ну, и еще я бы хотел сказать, вот недавно нашей комиссией мы работали над законопроектом новым, о внесении дополнений и изменений в закон о лекарственных средствах, который вот был принят Палатой представителей Национального собрания. Вот, и там определено, вот, чтобы вот слушателям, телезрителям было более понятно, что в республике существует реестр лекарственных средств. Это все лекарственные средства, отечественное и импортное производство, которые зарегистрированы у нас в республике. Они прошли регистрацию. Они могут продаваться в любой аптечной организации. Из этого лекарственного реестра лекарственных средств выбирается, определяется республиканский формуляр лекарственных средств, который ежегодно устанавливается Министерством здравоохранения. Вот этот республиканский формуляр лекарственных средств, он служит основой для проведения государственных закупок, для составления протоколов лечения в стационарах наших, протоколов оказания медицинской помощи. Он служит для проведения тендеров различных. Вот. А уже вот из этого республиканского формуляра формируется основной перечень лекарственных средств. Это тоже Министерством здравоохранения, он ежегодно устанавливается. Это лекарственные средства, которые доказана как безопасность, так и эффективность лекарственных средств. И вот они, эти уже основной перечень, они входят в те лекарственные средства, которые могут отпускаться на льготных условиях или бесплатно. Спасибо. Как известно, Министерство здравоохранения Беларуси ввело ограничение до 30% по надбавкам за оказание платных медицинских услуг в ночное время и до 50% в государственные праздники и праздничные дни. С чем это связано и для чего было принято такое постановление Минздрава? Вы знаете, немножко неправильно воспринимается это, потому что речь не идет об уменьшении или надбавок, а речь идет об увеличении стоимости самой платной услуги в ночное время до 30%, если платная услуга оказывается в ночное время, или же если платная услуга организации здравоохранения оказывается в выходной или праздничный день, то стоимость увеличится на 50%. Это сделано с целью увеличения мотивации медицинских работников и организации здравоохранения для оказания платных услуг. Вот представьте, кто-то из пациентов, ну, решил в выходной праздничный день провести обследование. Но это же надо в этот день, чтобы медицинский работник находился, на дорогостоящем медицинском оборудовании работал. А может, у них 2-3 только человека таких захочет.
значит, естественно, ты больше тогда заплати за эту услугу медицинскую. И тогда, естественно, часть из этой суммы больше пойдет больше на оплату медперсоналу, который оказывает эту услугу. Вот это именно сделано для того, чтобы вот, повысить заинтересованность, да, медицинских работников и организаций здравоохранения в организации оказания платных медицинских услуг в ночное время и выходные праздничные дни. Ну вот, допустим, в Минске вот очень широко распространено, пока вот в Барановичском регионе по субботам диагностические исследования, тот же МРТ, КТ проводится. Сейчас уже собираются организовывать и в воскресенье тоже этот вид обследования, диагностических исследований проводить, потому что он тоже востребованный есть. Но в ночное и в выходные праздничные дни пока ну, сложно, проблематично. Во-первых, ну, это надо изучить, будет ли востребовано просто содержать врача в это время, чтобы он ночью находился, всю ночь работал, ему платить заработную плату, а 2-3 человека может только записаться на обследование в ночное время. Поэтому тут и даже с экономической точки зрения это надо взвесить все это. Ну, будет ли это востребовано? Ну и оборудование, конечно, будет практически без перерыва работать. Это износ, естественно, будет увеличиваться и так далее. Вот я бы хотел пояснить вот конкретно по вашему вопросу. Александр Николаевич, а как в дальнейшем будет развиваться наше медицинское законодательство? Можно ли сказать, что законотворческий процесс стал более совершенным? Ну, я хочу сказать, что медицинское законодательство, оно будет развиваться непрерывно в соответствии с требованием времени и в соответствии со стратегией, которую разрабатывает Министерство здравоохранения, наше государство на последующие годы. Ну вот в этом году состоится очередное Всебелорусское народное собрание, где будет определена стратегия развития нашего государства, в том числе и развития системы здравоохранения в нашей республике. Поэтому, естественно, от того, какие законопроекты будут приняты для реализации вот этих всех направлений, задач, которые будут поставлены Всебелорусским народным собранием, и будет зависеть, какой будет итог нашей работы. Поэтому, естественно, законотворческий процесс, он всегда будет совершенствоваться, пределу совершенства нет. Не бывает. Не бывает, естественно. Вот. Но хочу сказать, что в парламенте работают очень эрудированные, грамотные, знающие, опытные люди, поэтому привлекается ведь для издания, вернее, ведь для утверждения подготовки законопроекта участвуют не только же депутаты, участвуют представители различных министерств, ведомств, юристы. Вот, поэтому и итоговый документ вот уже полностью подготовлен выходит. Александр Николаевич, работая в парламенте, вы продолжаете отстаивать или, как сейчас модно говорить, лоббируете интересы Барановичского региона в области здравоохранения. Насколько эффективно это получается делать? Ну, как знаете, считаете? Да, работая депутатом парламента, конечно, у меня представляется уникальная возможность постоянно контактировать с представителем Министерства здравоохранения. Поэтому, когда решаются вопросы по приобретению оборудования для наших лечебных учреждений, это вот касалось и поставку гамма-терапевтической установки в онкологический диспансер, это приобретение и магнитно-резонансного томографа, когда вышел из строя старый в городской больнице, необходима была поставка нового оборудования, это приобретение компьютерного томографа и так далее. Конечно, я вел разговор с заместителем министра, который курирует эти все вопросы. Вот, это приходилось вот, вести разговор и с руководством области по поводу финансирования и продолжения строительства гинекологического корпуса родильного дома. Вот, конечно, определенные плоды это давало, но я хочу еще сказать главное, что любая
проблема, любая задача, она решается комплексно и совместно. То есть не было такого случая, чтобы вот депутат, вот он решил, допустим, выбить для города там определенную сумму, вот он пошел и он это сделал. Такого не бывает. Все равно все это решается совместно. Совместно с городскими властями, совместно с министерствами определенными, которые непосредственно принимают в этом участие. Совместно, если это вопрос касается здравоохранения, это и управление здравоохранения нашего Брестского облсполкома, это и руководство нашей центральной поликлиники. Вот. Поэтому только вот эта совместная работа и позволяет решить те проблемы, которые насущны и которые требуют разрешения вот для, конкретно для нашего Барановского региона. Александр Николаевич, а какие меры предпринимаются для сохранения здоровья белорусов вот в целом в парламенте? Вы знаете, во-первых, уже 10 лет, как у нас в республике, действует государственная программа демографической безопасности населения. В представлении своей новой программы правительства Республики Беларусь в феврале текущего года были определены основные направления развития системы здравоохранения на 2015 год. И в то же время было заявлено о том, что государственная программа демографической безопасности будет действовать и дальше. И вот благодаря реализации этой государственной программы демографическая ситуация в корне изменилась в Республике Беларусь. Если раньше, вот вспомнить 90-е годы, у нас смертность в республике превышала рождаемость на 30 тысяч, на 25 тысяч человек, и получалось, что ежегодно население республики уменьшалось на население небольшого районного центра. И вот благодаря реализации программы демографической безопасности уже в этом году, в 2014 году, количество населения впервые приросло. Количество населения впервые приросло. Хотя не намного, на 12 тысяч примерно, но тем не менее да. Результат. И вот и хочу сказать, что из всей республики, вот это город Минск, Минская и Брестская область, где рождаемость превысила смертность населения. Кроме выполнения программы демографической безопасности, вот непосредственно наша комиссия работает над законопроектами, которые касаются непосредственно сохранения здоровья населения. В настоящее время поступил законопроект о безопасности питания нашей республики. И в декабре прошлого года парламентарии организовали круглый стол по проблемам питания, ведь это все-таки одна из основных составляющих здоровья человека, это правильное, рациональное питание, и где было отмечено, что да, много делается у нас в республике, но тем не менее есть определенные проблемы, то есть все-таки и растет количество болезней неинфекционного характера, именно связанных с употреблением, с питанием. Это и атеросклероз, это и ожирение, увеличение количества людей, страдающих ожирением и так далее. Это проблемы и с суставами, вот, которые тоже во многом связаны с питанием. Вот, поэтому парламентарии, в том числе вот наша комиссия, обратили внимание, что законопроект этот надо будет дорабатывать, вот, и внести все необходимые изменения для того, чтобы активизировать именно как пропаганду здорового питания, как эффективность использования продуктов питания, которые необходимы при определенных, потреблять при определенных заболеваниях. Вот. Диетическое питание в том числе. Это организация питания в наших учебных заведениях. Вот. Все это тоже поле деятельности, в том числе и для парламентариев. Кроме
этого, кроме питания, естественно, влияет образ жизни человека на состояние здоровья. И вот в настоящее время был принят закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, который определяет меры наказания за производство, распространение и употребление наркотических средств, психотропных средств и их аналогов, в том числе спайсов. Уменьшен возраст для уголовной ответственности за распространение вот этих вот наркотических средств. Раньше это было 16 лет, теперь 14 лет уже уголовное наказание. Кроме того, одним из таких методов борьбы — это борьба с курением. В феврале вышел декрет президента номер 2, который предполагает дополнение в предыдущий декрет номер 28 от 2002 года о производстве, обороте и реализации табачных изделий. И вот с 1 июля будет запрещено выкладывать табачные изделия на витринах, на видных местах. Вот, то есть будет только информация на бумажном носителе о наличии определенной марки сигарет, их наименований и стоимости. Кроме того, согласно налогового кодекса будет определяться максимальная стоимость, допустим, какой-то марки сигарет или табачных изделий, какой-то марки табачных изделий. И вот ниже 80% от этой стоимости ни одна организация торговая не имеет права реализовывать эти табачные изделия. То есть для того, чтобы они не распространялись, не были дешевле определенной цены. Ну и очень важно влияние на здоровье наших детей. Это информация, которую они получают. И вот в настоящее время в Палате представителей Национального собрания находится законопроект о защите детей от воздействия информации, причиняющей вред здоровью, где определены перечень, какая же информация запрещена для детей, и информация, которая подлежит ограничению для вот наших детей. В целом, смотрю, вы настроены оптимистично. И что бы вы сегодня смогли пожелать нашим телезрителям и своим избирателям? Ну, в принципе, я человек сам оптимист по натуре. И считаю, что все у нас в республике развивается правильно, в нужном направлении. И я хочу сказать, что очень важно, чтобы каждый человек сам тоже был оптимистом, верил в будущее. И как врач по специальности хочу пожелать всем, в первую очередь, крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Стыцко. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.